Боковая, передняя, опять. Боковая, передняя. Поехали. Тренировка в Керченском спортивном клубе «Слава». С юными спортсменами занимается заслуженный тренер Украины по дзюдо Николай Алексахин. Николай Петрович трепетно относится к своим воспитанникам. Пример тому – организованный по его инициативе турнир по самбо на призы Михаила Бакина, чемпиона мира по самбо, которого тренировал Алексахин. Николай Петрович, прошел турнир Бакина. Расскажите, как выступили наши керчане, как боролись? Было 20 команд, были сильные люди. Ну, Россия приезжала, Кабардино-Балкария. Приезжали такие города, как Харьков, Днепропетровск, Горловка. Крым весь был, ну, Западная Украина. Ну, в общем-то, 20 команд, и состав был очень приличный. Мы выступили в меру своих сил, в меру возможностей. У нас в нашем клубе один чемпион Горлов, у Стрибного Владимира Константиновича тоже чемпион в тяжелом весе. Ну и где-то 10-12 призеров у нас есть. На прошедшем Кубке Крыма керченские самбисты заняли первые места. Но Николай Алексахин не останавливается на достигнутом. Сейчас в планах тренера поездка на международный турнир в Москву. Сейчас скомплектовали сборную команду города и хотим поехать на соревнования в Москву. Уже взяли билеты, так что попробуем там, ну, заявиться. Мы уже заявлялись один раз, правда, слабенько попали под Москву. А сейчас, ну, как будем говорить, как карта ляжет. Посмотрим. Удержание, уход и все.